я, между прочим, обожаю Стамбул. А я еду со съемок, еду к стоматологу. Вот. Давай, Маргошенька, давай. Я маме уже... Ой, нет. Маме уже, между прочим, сказала, что ты приедешь к нам в гости. Она такая довольная. Говорит, я соскучилась по Маргошке. Блин, на белорусской постоянно тут просто на светофоре пробка. Такая пробка, что мама не горюй. В пробках, да, с субботы, казалось бы. Просто светофор дурацкий. Счастливая Юлька. Да, время у нас без 15:06. Маргох, как в Стамбуле? Холодно? Мандезир на площадке. Погода в Москве, показывает 8 градусов. Но я не знаю, я чуть сегодня так легко оделась, в майке, видите? Вот, в кроссовках, джинсы у меня по щиколотку. Мама еще предупреждала, что я могу замерзнуть. Но я маму не послушалась. И чуть-чуть на лобном замерзла, да, сегодня. Пришлось в плед кутаться, куртку еще одевала дополнительную. С Мандезиром у нас все замечательно. Брови, перманентный макияж. Все верно. Свадьба? Не знаю, ребят. Очень умный молодой человек, который зашел в мой прямой эфир. Арсенчик, да? Который говорит, куда мне идти. Ну, собственно говоря, я так понимаю, вы большой любитель сходить в это место. Так я вас туда и отправляю. Маршрут знаете, да? Я думаю, вам привычно отправляться в задний проход. Зачем тебе этот нищеброд живет на доме 2? Страшно такое. Ребята, зачем вы считаете чужие деньги? Вообще, мне кажется, это очень нехорошая черта. Человек привык работать, он работал. Он играл достаточно в известной футбольной команде «Кубань». Я не знаю, вот с чего вы делаете такие выводы, если честно. Ну, не хочу переубеждать никого. Ты беременна? А, нет, почему я должна быть беременна? Отдохнули шикарно. Жалко, конечно, что мало. И обидно, что первые деньки были испорчены тем, что багаж пропал. Но все благополучно закончилось. Юль, красотка, так держать, спасибо. Мне вообще не больно брови было делать, абсолютно. Можно сказать, что даже я ничего не чувствовала. Ну так, в каких-то местах даже щекотно было. Готова ли ты родить от Мандезира? Всему свое время, мне кажется, сейчас, ну, неблагоразумно задавать просто такие вопросы, когда мы вместе всего ничего. Я подъезжаю к своему стоматологу, к которому уже не могу попасть. Блин, много времени. Я менеджер-управленец. Машина у меня Мерседес. Как помириться с молодым человеком? Ну, я же не знаю, какая у вас там ситуация сложилась, как я могу дать совет. Марина с Ромой не ушли из проекта, нет. Ну, наконец-то слышу твой привычный голос на площадке, может, стесняешься еще пока немного. Я всегда так разговаривала, о чем мне стесняться?
Машина, конечно, моя, чья же еще. Что вы эти фильтры цепляете? Все так плохо у вас с лицами. Ну, глупый вопрос человеку, который находится в телевизоре, которого вы видите регулярно у себя на экранах, да? Ну, захотелось мне нацепить этот фильтр. Где купила куртку? Сегодня у меня, кстати, Рома Капоклы тоже спросил, где, говорит, купила куртку. Такая куртка классная. Этой куртке уже 2 года, ребят. Я, если честно, даже не помню, где я ее покупала. Так, это было случайно в каком-то торговом центре. Я просто забежала, смотрю, прикольные там Микки Маус сзади, по-моему, у меня. Сзади у меня. Сейчас покажу. Сзади у меня Гуфи, по-моему, с сигаретой, да? А не, или просто не вижу. Вот, но куртка, правда, прикольная. А, скорее, как кофта холодная. Здоровья тебе и твоей мамочке. Спасибо и вашим родителям. А, тоже здоровье. Это самое главное. Рост 64. Я малютка. Юля, ну почему ты мне нравишься как сестренка? Приятно слышать. Не знаю почему. Наверное, вы чувствуете хороших людей. Ебаров с Ритой в отпуске. Нет, они не ушли. Просто поехали отдыхать. Вы отличная пара, благодарю. Буквы на твоем лице, пусть и ниже. Фильтр этот хочу. За что ты любишь Мондезира? Ну, мне кажется, мы людей любим не за что-то, потому что... Ой! Я так и знала, что именно так все и будет. Вообще, Мондезир очень... Через 300 метров поверните направо. Вообще, Мондезир очень внимательный, он очень добрый, он очень трепетно относится ко мне, к моей маме. И такое отношение, оно не может не подкупать. Когда к вам так относятся, и ты хочешь транслировать то же самое, тебе не хочется ругаться, не хочется негативить, да, потому что к тебе человек со всем сердцем. Вот тупая, еще с ребенком, тупая манда за рулем. Уже детей давно пора. Кому пора давно? Вам? Вам пора, вы и рожайте. А я без вас разберусь, когда мне пора, а когда мне не пора. Я же советов не спрашиваю у вас. Кажется, что за пределами машины. За пределами машины люди идут. Вот. Точно пьяная. Мозга на большее не хватает. За рулем пьяная. На отдых.